Школа танцев в твоем телевизоре. Включай и танцуй. Всем снова привет, с вами Бигбой Проф, команда White Masters. Это третий сезон проекта Хип-Хоп Механика. И сегодня продолжаем изучать элементарную акробатику и научимся такому прыжку, как Back Front. Last day of the rest of my life, I wish I would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the... Первое, что нужно уметь для того, чтобы научиться данный прыжок, нужно уметь кувыркаться через плечи. Справа налево, слева направо. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was, or maybe this kid just wanted to be hugged. Вторым важным элементом является тот момент, как вы себя страхуете при приземлении. Страховаться нужно от... Верно. От ладони до вашего плеча. Примерно так. Двигаемся дальше. Третьим важным моментом является умение прыгать фляг. Но нужно его прыгать не прямо, а как бы немного в сторону, смещая свой горизонт. Вот таким образом. Самым мега важным моментом является ситуация с тем, как нужно правильно держать голову. Ваш подбородок должен быть прижат для того, чтобы вы не ударились затылком. Выглядит это так. Еще один очень важный момент. Вы должны соблюдать определенный квадрат, когда делаете этот прыжок. Для того, чтобы через 3, максимум через 4 прыжка вернуться примерно на то же самое место. Это контрол, это чувство танцпола, это всегда говорит о вашем уровне. Показывает ваш скилл. На сегодня это все, друзья. С вами был Бой Проф, команда White Masters и третий сезон хип-хоп механики Made in China. Will it?